Кто? Ливию. Кто? Ливию. Ливию не знаю. А он учится, и ему ехать с ботаники надо. Поэтому иногда может прийти к бочине. Ну, я хочу у него купить кимоно. А, кто же у него? Ты ждешь себя? Ага. И так договаривайся. Нет, я не договариваюсь. Вот у меня, нет, ты видишь, я сыну у меня. 23. Да, 23. Да, 30. А если телефон должен... Нет, он сегодня не должен. Они сам забуду. А ты семья Адельна или второй? Братья. Я первая, второй, третий. Младший или старший? Младший или старший? Младший или старший? Младшая, Адельна шестая. Все младшие, да? Шесть Адельна. Нет. Брату 6 лет, а сестренке 9 месяцев. А тебе? А мне 12 лет. Что ты самая старшая? Да. О, бедная. Я тоже самая старшая. Я думала, что ты как вторая мама, да? Аделина как вторая мама. Что? Мать, я должна быть старшей. Ну да, я старшая. Старшая должна быть. Ой! Давай! Боже, свинь, посмотри, там будет. Она истеричка. А боже, свинь, блядь. Знаешь, что взять? У тебя мама ходит, да? Была. Когда она встречалась, да, она со мной, когда она с больницей. А папа курил? У меня папа только худенький, а... Да там на видео, снимаешь, пожалуйста. Все, да? Я спешила. А, больно. Офигеть! Офигеть! Ого, синяк? Вчера тоже сюда поиграли, тоже. А, Кай, как взяли, что я нашел? И он такой, ладно. Что, покажа, он нас ходит? Нет. Ой, он долго снимает! Ну-ну-ну-ну-ну! Можешь так не делать? Держись, не уходи! Так! Не уходи! Ко мне! Мячка, лицо и вообще человека не бросает. Так они онлайн учатся. Ну да, все дома учатся. Только их контакты? Ну не знаю, я знаю, что их. Надо вам еще сказал Андрей. Ну как нет? Посмотри, все дети кое все ходят. Ну ладно, через 5 минут все будет ходить. Ладно, он придет. Раз приходил. Нет, я вчера. Я вчера все говорил. Я сказал при всем классе ему, так, или ты занимаешься, или... Я был там, пошел с места, я говорю, пока его нету. Он взял и сорвал. Ну когда? Ты не забыл? Час, что ли? Да. Так у него еще урок. Что он сорвался, если у него урок? Он пошел на урок. Я же не знаю, он даже не пошел. Так, все, мячик на место.
мяч на место, одели кимоно и сели. Я что, не плохо сказал, что ли? Непонятно ли? Беатрис! Я вам не папа с мамой, не учительница. Сказала, сделали и сели. Это мама вас может упрашивать с учительницей. Я не буду упрашивать. Выгони сейчас нафиг и все. Привыкли по 10 раз. Этот, Артем, пожалуйста, аккуратно. Там в кимоно я вчера повесил все хорошо. Возьми, просто посмотри с левой стороны, возьми с левой стороны, посмотри номера. Так вон рядом кимоно есть. Я забыла, как мне кимоно возьму. Еще раз. Телефон забыла, там и деньги. Где? Забери. Да. Ну так иди возьми. Все. И возьми резиночки, чтобы сделать. Еще резинки покупать. Я где-то были. Сейчас открыли, когда Валерийка была. Да. Я шел там. Минимаус? На 10 клик. Андрея. А что я на Андрея? Скорее, я хочу ему сказать, что я сюда. Оставьте, оставь его, я сам уберу. Оставь, Артем, ищи, пожалуйста, свое кимоно. И ушли сели. Григорий, да. Ашизация. Вадим, ашизация. О, блин, он еще и видит пол. Леху не он. Пятый номер, что кимоно? У меня два. У меня четвертый. Какой ты кинул? Ты не можешь точно. Точно? Три. Вон, да. Расстояние метр, дистанция метр,
дистанция метр. Сейчас одну секундочку. Значит, сейчас я буду по одному человеку брать. Вы мне будете. Есть, хорошо. А репети, репети. Долго. Саш, глаза не трогаем. Потише. Что? Обрезаю руки. Руки, да. Обрезаю. Там какой номер, Рика? Нет, иди, иди, иди. Чем много, какой номер? А? Есть номер? Нет? Нет. Ага, значит, седьмой это Руслан. Сейчас ты дам ваш пятый Руслан. Так, еще раз. У меня к вам большая просьба. Иди, оставлю камеру. Я потом не могу сидеть и вырезать. Поэтому, когда будете что-то в арбешке, говорить что-то будет, думайте, когда вы говорите. Хорошо? Не говорите про меня что-то плохое. А то и рядом с камерой. Говорите про меня только хорошее, вот там, там. А вот там можете сказать плохое. Я не услышал. Вот. Будьте аккуратны и внимательны. Просто я выставляю, есть канал Ленчев Молдова. Я туда все тренировки ставлю. Еще раз. Не надо смотреть. Я знаешь, для чего это делаю? Когда меня спрашивают, Сергей Анатольевич, а вы на работе не были? Я говорю, как не было? А ну смотрим видео. Нет, там 100 человек подписчиков, или я знаю, сколько? Нет, там не 100 подписчиков, там все. Все подписчики, тем более. Вот какой мне забрал, мне я кимоно. Вот откуда у тебя кимоно? Это мои руки. Шестой. А у тебя какой же? Это мой. Это мой. Это чип не надо. Ты, моя дорогая. Он уже еще нашел. Прошу, Сергей Анатольевич. А, он нашел. Нашел, да? Хорошо, отлично. Беатрич, ваше кимоно там валяется. Я вчера был у вас. Стоп, Руслана. Разрешение спросить? Да, и вот туда. Вот тут, вот здесь встань, пожалуйста. Вот вчера твое кимоно валялось. Я там положил. Ты положил это, нужно ее повесить, красиво, чтобы она высохла. Ты его, как пришла, пью. Девочки, вещи свои, еще раз, они должны просохнуть. Возьмите, на диван повесьте, поставьте, кресло я уберу, оставлю вам стулья, чтобы вам было удобнее вешать. Но они должны просохнуть, а вы так сняли и бросили, и все. Тем более она не твоя. То есть, и мне хотелось бы, чтобы ты очень хорошо это сделал. Вот сюда, встань, пожалуйста. Так, а вы куда? Сюда, ко мне. Сюда. Куда ты пошел? Так не туда же становиться. Вот сюда уже. Все, ты опоздал. Значит, еще раз. Кто сейчас работает онлайн? Вот здесь становится. Хорошо. Кто работает онлайн? Онлайн работает. 11 Б-класс. Все остальные учатся. Да, я дал неправильную информацию сначала. Я думал, что тоже. Крякнусь. Но, Коля, извини, не крякнулся. Придется ходить на тренировку. Так. Завтра. Значит, 2 часа. Взрослый, есть тренировка. Вот Ксюша придет. Да? Да. 2 часа. Понятно? Я иду с Юрзановичем Корной, а вы идете качаться. Никаких проблем. Значит, сейчас. Мы что сделаем? У нас есть несколько человек. Раз, два, три, четыре, пять. Пять человек. Это те, которые умеют делать броски, которые знают страховку, все. Значит, сейчас тренер проведет разминку, а я буду по одному человеку брать. Так, вам вешать там... часы или нет? Да. Хорошо, но если вы будете опаздывать, я вас буду наказывать. Скакалочкой. Да? Скакалкой можно бить детей? Нет. Нет, значит,
Тогда мы что будем делать скакалкой? 150 на что? И все. И можешь. Значит, вы. Девушка. Вот сюда. За правило. Проси разрешение, становишься, когда разрешают. Значит, все. Значит, что делаем? Разминка после этого. Раз, два, три, четыре, пять. Вы им делаете заднюю подножку. Они повторяют, вы им делаете. Потом аккуратно через бедро бросок вперед. Потом вы большие уходите качаться. А остальные, вот то, что вам делали бросок вперед, вы сегодня это поделаете. То есть не забудь дальше разбираться, разминается. То есть где-то может быть поворот вперед, назад. Или ладно, я уже сам. Да, разрешаю. Вон туда, в конец. Нельзя уже в начало. Вот здесь, вот, да, расстояние. Алинея, дред, направо, все. И после того, как вы покачаетесь, вы погулите. Так, ко мне Артем, вот там часы, там с часами, вот прямо у девочки есть победник с часами. Сверху часы. Нету. Значит, у меня хотя бы. Это вот. Да, я тебе опять сейчас. Да, да. Давай, прощай.
Сейчас все делают. Все делают одно, все другое. Делай, иди сюда.
Легли на живот. Так, делаем 10 отжиманий, 10 пояс, 10 натягивания. Нормальное отжимание. Кто не может, может в колено. Мальчик 15. А старший 20.